Vážení přátelé a kamarádi, vítám vás z kanálu Henry Drake. Dnes jsem si pro vás připravil krátkou upoutávku na hru Black Mesa od Crowbar Studios. Tak. No, Black Mesa je vlastně modifikací hry Half-Life z roku 1998, která prošla úpravou kódu, respektive zdrojového jádra na Source. Nyní vlastně si ukážeme, jak vypadá Black Mesa ve zcela novém kabátu. Dobro pažalovat v transportní systému Černé Mezy. Этот автоматизированный поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра «Черная Меза». Текущее время 8:47 утра. Температура вне комплекса 34 градуса. С ожидаемым увеличением до 41 градуса. В комплексе «Черная Меза» постоянно поддерживается комфортная температура в 20 градусов. Так. Слушай, это целая парада. Čítáme. No já jsem se nudil, ale vlastně tuhle tu hru jsem hrál už v roce 2004, kdy se stala vlastně hra Counter-Strike pro roku. A opravdu ten příběh. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам необходимо будет вернуться на центральную транспортную платформу в зоне 9 и сесть на поезд повышенной безопасности. Если вы еще не передали ваши идентификационные данные в биометрическую систему допуска по сетчатке глаза, вы обязаны сообщить об этом сотрудникам Черной Мезы, прежде чем вы будете допущены в защищенную ветку транспортной системы. В ракетовом комплексе Black Mesa. A také se v této hře objevuje jedna pozoruhodná postava, jakého si vysoké toxičnosti materiálu svobodně chráněných se v pomíšení v Černé Mezi, kurení vrcholového manažera, prýdom pišči, prýdělo transportní systémy, zapřešený. Ukazuje v typickém saku s kufříkem. V této hře reprezentujeme věce Gordona Freemana. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время поездки. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки поезда на платформе станции. В случае чрезвычайной ситуации оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. Takže myslím si, že tohle je taková základní ukázka toho. Má poměrně zajímavě zpracované ambience, zvukové nahrávky i texty. Akorát teda jsem zvyklejší na angličtinu. Tak to asi. No, to nevypadá dobře, tam to asi jedeme. Velké kovové dveře, to se mi vůbec nelíbí.
zámkem. Tak. Teď už se odsud nedostaneme. Možná kdyby unikl plyn. Pracuji na pozici výzkumný pracovník. Pravděpodobně pracuji na pracovišti Доброе утро. Отвечте дверь, просим. Минуйся, Гордон Фриман. Вы опаздываете. Так я вас стою. Так я здравим. Знаете, Барни тут последнее время совсем не видно. То ее... Видимо, досидел наконец в баре. Шире шаг, Фриман. Вы опаздываете. А, сметали. Ты отстриг свой конский хвостик. Конский хвостик? Предатель. Пусти на того шиленого бункера, камо. Это десивый забеспечение. Что там вас исковало-то? Тео. Здравствуйте, мистер Фриман. У меня была куча сообщений для вас, но... У нас упала система минут 20 назад. И я все еще пытаюсь найти файлы. Еще один неудачный день. В тестовой камере тоже были какие-то проблемы, но... Думаю, уже все в порядке. Меня просили убедиться, что вы отправитесь туда сразу, как наденете защитный костюм. Ну, ясно, но... Ту хапу. Офицер безопасности Тарт, доложитесь офисному комплексу, уровень 6, зал B. Так.
Асе вообще бабе звонил цей костюм. Доброе утро, Фримен. Птичка, хладагента. Но сейчас система защиты, кажется, работает. Состояние тепловой защиты с каждым разом становится все хуже. Вы ошиблись шлюзом, мистер Фримен. Вы же знаете, я не могу вас сюда пустить. Там не можешь кому пустить, его. Но. Вы забыли перенести двойку. Или тройку. Вообще, не. Я вам что мусим делать. Я мусим доить про костюм. С добрым утром! Привет! Почему мы все должны носить эти смехотворные галстуки? А, тали. Дай воно. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4. Это скафандр... Скафандр, который мне умолит прожить byl ten chlap, že jo? Tady byl ten chlap a jednal s tím věcem, ale já už jsem ho neslyšel. To nevadí. Páně jít. A teď řekněte, u nás je problém? Dál. Проходите, сэр. А. Díky. Сегодня твоя очередь тянуть лямку. Привет. Tak. No, zatím se mi to moc líbí. Jo, takhle vlastně vypadá ten začátek, to je takový strohý, jo, vlastně než se rozpoutá ta apokalypsa. Tak. Vy zasekli poslední fluktuaci? Ne, o čem spokojit. Nám stojí использовать остаточную фотонную энергию. Poběhneme. V čem dělo, Doc? Доктор Фримен. А, Гордон, вот ты где. Наконец-то вы присоединились к нам, док. Мы только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимасс-спектрометр до 105%. Рискованно, но нам нужна большая разрешающая способность. Администратор очень озабочен тем, что мы провели решающее исследование сегодняшнего образца. Полагаю, получить его было невероятно сложно. Они ждут вас, Гордон, в тестовой камере. Отлично. Пойдем. Я отведу тебя вниз. Пустите меня. Илай был занят завершающей подготовкой для нового эксперимента. Дик, кому? А если так и участница эксперимента. Приветствую, Илай. Да. Доброе утро. Надеюсь, сегодня ты хорошо себя то чувствуешь. То будет у меня смажить два яичка. Гордон, доброе утро. Рад, что ты здесь. Все эти изменения в последнюю минуту. Это немного странно. Хлопец, что это стало, ты воле? Ты воле посрался то? Да что за чертовщина происходит с нашим оборудованием? А ну, изначально не должно было себя так повести.
Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться сами, Элай. Иди, Гордон. Мы будем через минуту. Опа. Opravte to, ale rychle. Святой Беккерель. Уровень радиации, ну, просто зашкаливает. А, вот вы где. Вас все ищут. То ведь я хочу на стреннице, хлопа. А вот и он. Боюсь, сегодня мы уклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но на это есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый образец из всех нами виденных. И, возможно, самый нестабильный. Ну что вы, будем придерживаться стандартных процедур введения. И все не будет знаю, хорошо. Как ты можешь так говорить? Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто не могу. Гордону не нужно все это выслушивать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы заверили администратора, что все будет в порядке. Да, ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Podívejte, jak někoho napadlo. Ладно, vlastně takovýhle systém. Pora už jeho vpustit. Otvírání dveří ve dvou vlastně přes... Jo... Jestli to existuje, mě zajímalo. Tak, a nyní budeme provádět pokus. Raz, dva. Raz, dva, tři. Проверка. Кажется, все в порядке. Хорошо, Гордон. Твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару мгновений. Теперь, если ты изволишь взобраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимасс-спектрометр до 80% и удерживать, пока не прибудет контейнер. Tak, já doufám, že se ten pokus vyvede, protože tahle raketa vypadá, že... Очень хорошо. Дальше мы продолжим сами. Включение включателей первого уровня через 3, 2, 1. Ты вот сам это вырубил и говорил. Предсказуемая фаза. Включателей второго уровня. Сейчас. Да, да. Мы не знаем, сколько времени система сможет продержаться на такой нагрузке и сколько времени займет считывание. Пожалуйста, работай как можно быстрее. Заряд конденсатора 105%. Это, наверное, не проблема. Наверное. Но у меня тут небольшое отклонение. А, нет, вернулась допустимые пределы. Действуем по прежней схеме. Нам только что сообщили, что образец готов, правда. Он вот-вот прибудет к тебе. Следи за системой доставки. Это там, а? А, ты там у себя доплачивать такие. Pozor, nestabilní prvky. Давай, Гордон, вставь контейнер, поем для анализа. Боже! О, Боже! Выключай. Выключаю. Почитай, выключай. Выключайте. Не выключается. Не выключай, поможно! Шмаря, что все это стало? Рыкло прыч. Пане Боже! Jak se to vypíná? Rychle. Hej!
takhle vypadá peklo. Что здесь произошло? Неизвестно еще, какие опасности нас ожидают. О боже, что же мы наделали? Удивительно. Вы только на это гляньте. Нельзя терять. Остальные ученые тебе помогут. И бога ради, не выберешься. Сэнто за свиней. Пойдем, Гнус. Tady vypěstoval nějaký směr rychle dole. Rychle vypál. Co? Недопущенные формы биологической жизни зафиксированы в секторе. Небольшой разрыв обшивки. Дальше прыч. Лезер се туда и разрезал. Musíme pocit hrozně, ale hrozně rychle vypadnout. Hej! Сделаем это. Стилай! Стилай, хлопа! Причеку, док. Стилай! Моя вина, док. Хлопа, мусим утить, рихла, випа. Thank you.
Это место в ужасном состоянии. Хлопа, видим кулови. Ты его процентов. Застрело! Дома мне никто не поверит. Chlape, střílej, střílej! Aha, my se jde zapalovat. To taky nebo dobrý, zapálit ten plyn. No asi světlice hoří. No a se přihodí k plynu. Это хрень будто из фантастического фильма. Будь там осторожней, док. А все это не вообще было. Тебе это нравится, а? Я тут пистолет забрал. Энергия в 40%. Масянский запалим. Как думаешь, сколько наших погибло? Темплина та хиба. Али. Кажется, я получил повышение. Нас не выделает до камчика. Хорошо, док. Хватает. Tak sakra, kde je nějaká bouchačka? Ještě hočeš? Freeman Rose. Špatně tady. Земля доктору Фриману. Эй, небольшой ошибка. Извини. Как тебе это нравится? Ты не можешь меня убить, стил. Хорошо, попробуй вызвать помощь. Тебе нужно наверх в административный офис. Там должен быть кто-то, кто сможет. Já nevím, jak je možný zůsi. Já nevím, jak je možný zůsi, jestli jsem měl tu pistol. Tady je ta pistola. Chlape. Je mi tě fakt líto. Hodně tě líto. A. Takhle.
do hajzlu, schytal to. Co je to za hnus? Hej, počkej, hajzle! To je kvůli tobě! Tyhle, to je! Fuj! A tady to se projde. Sráče. Co tady? To je nepustí. No, ještě abych taky ukázal vlastně ten přechod do Half-Life, že vlastně se přejde na planetu Xen, kde, což je v podstatě jako Mars. Thank you.
Jej! To jsem trošku přehnal. No tohle úplně, to jsem úplně nepochopil, jo, jak mám tady. Dělat ty super skoky. Co je to? Takové zvláštní vlastně. Jo, takhle. To je vlastně. Pravděpodobně musím něco provést s těma. Tady je to, tady se asi musí spustit. Co se tady musí spustit? Kabeláž v systému. A ten se... Pomoc! Ono mě to chytlo! Bože! Co to je za svědění? Já vím, co na tebe bude platit. Tohle je právě ono. Jo, tu se na týře tak zvláštní vlastně ten sen. Ty výjevy z toho vesmíru. To opravdu jako by ten člověk, Сам Гордон Фриман воплоти. Бабиш. И в защитном костюме. Я смелился освободить вас от оружия. Тем более, что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Приграничный Мирзен под нашим контролем. Это был очень шпатный, очень шпатный чай. Вы на славу поработали, я впечатлен. Chceš mi tvrdit, že Andrej to udělal dobře? Вот почему я здесь, мистер Фриман. Я посоветовал вас моим работодателям. Hey, hele, я не хочу жадную вакцину. И они уполномочили меня предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Психа, вы сказали, что вы человек действия. Поэтому я не думаю, что вы будете долго колебаться, что делать. Если вы не против, войдите в портал, и я приму это за ваше согласие. Иначе... Ну, мне придется предложить вам безвыигрышный вариант. Co k tomu říct, jako těch dojmů je hrozně moc, ale jako ta hra
je hratelná, obrovsky hratelná. Výběr za vámi. Je poměrně intuitivní, nemá příliš mnoho bugů. Jo, není tam žádný rozsáhlý multiplayer, což je minus. Ale plusem je poměrně příjemné zpracování jak vlastně toho příběhu a vlastně ta mystika kolem toho. Někteří příznivci science-fiction her mohou ocenit i vlastně pozadí toho xenového světa. No, což je pro mě jakoby docela pěkná věc, protože já ty fantasy světy mám rád a ty science-fiction světy prostě nesetkal jsem se s tím kvalitními. No, znám jenom Star Wars Battlefront a prostě myslím, že tohle ten žádný tohle je fakt moc pěkný.